что расскажешь о Востоке, непривычная страна. Там совсем другие боги и другие имена. Там горянки величавые, пугливые, как стрижи, но глаза глядят лукаво через сетку пранжи. То оазисы, то горы, то пустыня Регистан, мчатся бронетранспортеры из Кабула в Чакчаран. Там одна сплошная суша, не бывает жарче суш, но с вершины Гиндукуша видит только Гиндукуш. Там народ неторопливый, почитающий Коран, где расписано красиво о законах мусульман. Там землей латают крыши, там стреляют по ночам, там предложат вам гашишу предприимчивые бачарам. Там поклонники Хаяма, знатоки Фердуси, но о тонкостях ислама спорить, Боже упаси. Вас разбудят на рассвете, вопиющий с неба глаз, муэдзин зовет к мечети делать утренний намаз. Там экзотики навалом, экзотичней найти, но там стреляют из дувала вдоль колонного пути. Так что расскажешь о Востоке, непривычная страна, там совсем другие боги и другие имена.